130 тысяч школьников республики сегодня отмечают День знаний. Из них более 14 с половиной тысяч первоклассники. Во всех учебных заведениях проходят торжественные линейки. В некоторых чебоксарских школах 1 сентября отметили утренней зарядкой, спортивным флешмобом, концертами. По данным ВЦИОМа, в этом году затраты на сборы к 1 сентября у россиян снизились на 26% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы отправить ребенка в школу, нужно 14 810 рублей. Больше всего родители экономили на учебниках и рабочих тетрадях. Сегодня наша съемочная группа побывала в семье, где в 3 класс пошли девочки-близняшки. Чтобы собрать их в школу, нужно все траты умножить на 2. Катя и Ксюша настолько похожи, что отличить их не могут ни учителя, ни одноклассники. С каким настроением девчонки идут в обычную чебоксарскую школу, расскажем в вечернем выпуске новостей. А в Новочебоксарской гимназии для двух учеников 9 класса сегодня все непривычно и необычно. Мальчик из Туниса и девочка из Италии целый год будут учиться в российской школе. Как приняли их одноклассники, об этом вы также узнаете в вечернем выпуске «Вести Чувашия» в 20 часов 45 минут.